Ребятушки, в общем, всем привет. Это видео сегодняшнего дня, выложу завтра. В общем, Белла пришла только с работы, время 10:00. Я ее перехватила, я говорю, так, давай быстро зашла. Зайди, я тебя хоть чем-нибудь покормлю. Все равно голодная, правильно? С работы. Поздоровать всех. Всех с праздником. Добрый вечер всем. Да, действительно, голодная. Голодная. Сидит, умиляется с чак-чака, говорит, какой огромный. Ну, у нас маки на свадьбы, да? На свадьбы большие, ну, толстые. А так этими квадратами режут. Сейчас чай. Чай она не пьет. Пьет вот просто кипяток. Вообще просто не чай с сахаром, ничего. Просто кипяток всегда. Это завтра ты еще работаешь, да? Да. Сейчас, в общем, накормлю ее. И пускай спит. И пускай спит, да. Так. Так он не крошится вообще. Ты представляешь, еще и такой мягкий. Этот не крошится, ничего, я резала, вот чтоб этот резала, дети поели с удовольствием. Такой вкусный. Я бы тоже, конечно, с удовольствием попробовала бы. А, тебя это нельзя бедно. Это со Владикавказа, со Северной Осетии. Вот спасибо добрым людям, да, я его представляю. Ну, так что Осетия, привет, хороший вы чак-чак делаете. Ну, у нас принцип такой же, да? Раньше я даже видела, вот вообще за все время, сколько здесь живу, один раз я видела, когда мы делали чак-чак вот здесь во дворе. Ага. Помнишь, на поминке Аслана? Ага. В общем, чак-чак жарили на стол тогда, да? Ага. На стол, а заливка какая была? Вот эти конфеты. Карамель. Карамель. Помните, раньше была еще те, которые бумажка к ним прилипала? Вот такая карамель, расплавляли ее. И вот на стол выкладывали вот этот чак-чак толстым слоем. И вот это все заливали, и пока оно горячее, катали каталкой, чтобы спрессовать вот эту форму. И уже когда остывало, резали на кусочки, и каждый кусочек заворачивали в пищевую пленку. Да. Да. Давай ешь все, все, что хочешь, все ешь. Так, Пасху. А у нас на курики ложили. Окрошку она не ест. Окрошку не ест, потому что она не ест колбасу вообще никакую. Даже которая халал написана, хоть что там будет написано. Вот просто от слова совсем, я не знаю. Почему? Потому что сын был где-то на мясокомбинате и что-то там увидел, да? Нет, это бабушка нам не разрешала. А, да? С детства. С детства, в общем, они не привыкшие есть колбасу. И поэтому окрошку она бы поела ее, если бы там колбасы не было. Вот так. Да. И на работе не было ни выходных, ни для кого, ни для христиан, ни для кого, да? То есть, а оплата хоть двойная? Вот видите, праздничные дни. Сейчас, 2 секунды. Что, вкусный и такой легкий, слушай. И в общем они работают и праздничные дни, получается, никакой оплаты двойной, никаких выходных, получается. Ну такая организация, это знаете, что там для пятерочек формируют, да, все, да. Что для пятерочек. И вот и что для пятерочек формируют, как Господи, получается, выходные не дашь, да, это да? Же продукты там, в общем. А, ну, хотя бы оплачивали бы как-то выше, что ли. Ну, короче, 2 дня они работают, но по ощущениям, как будто 4 дня с них выжимают все соки. Вот так вот. Ладно, ребятушки, чего, спокойной ночи. Да, сейчас посидим, поболтаем, посплетничаем и ложимся спать. Завтра с новыми силами. Ребятушки, всем привет! Это видео сегодняшнего дня. Ну, не могу я вам не похвастаться, просто не могу. Вчера я еле-еле себя сдержала, ну, вот такая я. О моем счастье должен знать весь мир, весь свет, абсолютно все. Поэтому я вам сейчас покажу. Вчера сдерживала, но никак не смогла. И вот опять в очередной раз, в 100-тысячный раз достала, чтобы этим всем делом полюбоваться. В общем, я стала счастливейшей обладательницей вот такой вот посуды.
Еще я не пользовалась, девочки, не пользовалась, но буду, конечно, пользоваться. Не то, что я там сейчас сложу, уберу и все на этом. Так что смотрите, вот такая вот сковородочка. Вот такой вот веселенький, красивенький цвет. Такая, знаете, прям тяжеленькая. Вот такой. Ой, сейчас я тут, Юля, как всегда у тебя. Вот такое вот дно. А что я сейчас вот это все сниму, девчонки? Сниму, потому что я не буду это ни откладывать, ничего. Я этим буду действительно пользоваться. Такой посуды у меня не было никогда. Сами видели, у меня все такое алюминиевое. Ну, чистенькое все. Конечно же, их чищу, драю эти кастрюли там ёршиками этими железными, чтобы были... Ну, как говорится, все равно, что старая посуда, но она должна быть всегда чистая. Ребятки, вот такие вот у меня еще три керамические емкости. Они, знаете, такие вообще, ну вот что-то в них складывать, вот с такими крышечками. Так, это все убираю, так, все снимаю. А то я посмотрю, знаете, и обратно уберу, Так, вот такие вот три нижнятинки, да? Скажите ж, нижнятинки. Так, девчата, вот такая вот у меня каталочка. Все, все распаковываю, все снимаю. Смотрите, это все под цвет. Я вам сейчас покажу. Это целая линейка вот такой вот салатовых таких приборчиков для кухни, очень нужных. Всегда на эти каталки, вот, ну, смотрела, но... Ну, сами понимаете, туда-сюда, но не до этого. Вот, такая прелесть. Так, дальше. Вот такие у меня штучки. Кухонные штучки. Сюда, девчонки, завтра поеду в город. Вообще, сегодня собиралась. Но Эдик говорит, нет, давай я тебя завтра отвезу отдельно, без спешки, без ничего. Сюда куплю еще щипцы, знаете, такие салатовые. Ну, под цвет буду подбирать такие щипцы, чтобы... Ну, все ими можно брать, вы поняли, да? Вот такая вот прелесть на подставочке. Так, девчульки, вот такой коврик. Теперь на нем буду катать тесто. А, сами знаете, везде сейчас, да, их показывают. Ну, все, девчонки, все не до этого. Это вот, смотрите, он какой огромный. Тоже салатового цвета. Теперь что-нибудь вот буду видеть такой вот из этой серии салатовая, да? Буду докупать. Вот такой он огромный. Гляньте, вот почти вот так на весь стол, да? Ну, прелесть же, скажите. Так что Юлька тоже модная теперь, модная. Будет по-модному теперь готовить. Девчата, вот это смотрите. Это чеснокодавка. Я такие вообще не... Я знаю, что вот эта чеснокодавка, вот как у всех, да, вот эти вот советских. И у меня такая же. Ложишь чесночок. Вуаля. Вытаскиваешь вот эту штучку. И чесночок, вот он тебе готовый. Тайсон, не нервируй меня. Я тебя только что кормила. Видите, тоже все из этой серии. Зелененькой. Сейчас я вам еще что-то покажу, девочки. Сейчас я вам что-то еще покажу. Вот такая вот жаровня. Жаровня. Смотрите. Это как сковородка. Это все с одной линейки. Она на 4 литра. На 4 литра. Смотрите, какая прелесть. Всегда заглядывалась на эту посуду. Всегда-всегда. Крышечка, все так, видите. И сковородочка, и все, в общем, под цвет. Под цвет всему этому. Ну, классно ж, а? И цвет какой. Цвет просто изумительный. Такой вот просто поднимающий настроение. Ну, как вы? Вы рады за меня так же, как я. Девчонки, я ни в коем случае не хвастаюсь никому. Не подумайте так. Что я перед кем-то хвастаюсь, и это мне просто вот выплеснуть свои эмоции.
выплеснуть все, я тогда успокоюсь. А то, знаете, у меня как будто внутри что-то сидит, какой-то комок, и вот я некуда выплеснуть эту информацию. В общем, смотрите, вот такая вот прелесть. Ну, как вам? Так, теперь в четверг буду жарить лакумы, буду же вот этим ковриком пользоваться, в общем, все, деловая. Вот этой скалочкой буду пользоваться. Вот эти пока не буду снимать, чтобы не этот, как его, не пачкались. И все, и поехали. А не видите, вот эта скалка, то есть ты крутишь, а крутится вот этот валик. Валик крутится, а получается, что этот на месте ручки. Попробую к ней попривыкать. Это в любом случае у меня не с первого раза все это получится. Так, ну вот так вот, ребятки. Вот такие у меня. Вот такая счастливая обладательница вот таких вот модных кухонных штучек. Так, в общем, гасим сейчас звездку. Кому себя близко не подходи. Угу. Гасим звездку и пойдем белить деревья. Ну, деревья будет Алина белить. Так, девчонки, сегодня день такой, мы что-то делаем, целый день шкребем, что-то выносим, что-то заносим, что-то, что не нужно, складываем, короче, такое, можно сказать, расхламление, да когда у меня не было этого расхламления, всегда, в общем, все вымыли, все подмели, все убрали, Алина пошла белить деревья. Девчонки, вчера было этот, как его, видео, где мы с Алиной на стол накрывали. И там кто-то написал, ты в командном тоне все это говоришь. Ну, какой командный тон? Мы обычно общаемся. Я удалила эту женщину. И этот. У нас нету в семье вот это муси-пуси. Может, ты, пожалуйста, сделаешь. Может, ты там то. Надо делать все. Мы здесь все вместе живем. Ни одна я здесь навожу бардак, ни одна я пользуюсь этими дверями, чем-то еще. И Тимур метет, вот сейчас спалил ступеньки, подмел. Ничего там такого нету, пусть все делают, все знают. В командном тоне, как это в командном тоне? Не в командном, а это просто мои, то, что надо сделать, это просто даже не обсуждается. Вот просто вообще. Тимур, убери сушилку оттуда. Поэтому если работаем, работаем все. Делаем что-то, делаем все. Никто ничего не оставляет. Убирай сушилку, сейчас дверь открою, она упадет. И Тимур может и посуду помыть, если вдруг вот так меня нету. Алина со школы не пришла. Поэтому и приготовить, и оладья нажарить, и все что угодно. Опять, девчонки, сегодня с вещами, опять все перебирала, все складывала, подписывала, что куда, что где, что как, чтобы потом не путаться. Тимур притащил мне сегодня коробки, и вот прям в коробке складывала поименно. Допустим, Оленины осенние, Камелины осенние, все поскладывала, что маленькая убрала вообще. С глаз долой. Еще сегодня этот. Всю этих никак не скупаем. Когда хотела купать, дожди шли. Собаку и кота. Это вообще в какую-то залу залезла. Вон она. Пэша. На кого ты похожа? Чудо. В какую-то залу залезла. Грязная вся. Как будто ничейная. Как будто ты беспризорная. И выходи, иди отсюда, я тебя не пущу сюда. Если она в дом нечаянно проберется, знаете, что она, девчонки, делает? Вот чья-то обувь будет стоять, она уляжется на эту обувь. Вот за это я ее... Да, вот за это я тебя ругаю, дурында. Так, эта сторона чистая. Все, сейчас ту помою. Так, ну что, мы накупали нашу собаку. Гляньте, на нее сидит, мокрая вся. Укутай ее. Пусть подсохнет чуть-чуть. Потом этот расчешем ее. Она потом веселенькая такая будет. Я покупала этот барс. Там для кошек и собак.
А Тайсона хотели сейчас тоже скупать, куда-то он убежал. Чуха. А это развалилось. Знаете, она как купаться любит. Она не брыкается, с ней делает, что хочешь. Хотели этого скупать, но тот не любит. Искали, не нашли. Ну, сейчас как только появится. Флэша, ты рада? Развалилась. А вот она просто лежит. И вот все, делайте со мной, что хотите. Кое-что я ей подстригла. Вот эти вот места состригла. Потом высохнет, посмотрю, где ее еще подстричь. Я ее люблю обскубать прям так. Хвостик оставить. Ну что, хорошо тебе? Лапки чистые, да? А вода грязная была, потому что ты в каком-то, в какой-то этот лазила, в саже в каком-то, чи в навозе, чи где ты там была? Дурында ты. А, дурында. Она с нами живет, вот как мы сюда переехали, щенком взяли ее. Вот так она с нами и живет. А все этот мне там спрашивали, а где ваша собака, что-то не видно. Думаю, да собака-то и показать стыдно. А сейчас уже не стыдно, да? Звоночек наш. Вот так, вот так, вот так. Держи, держи ее. Он сейчас в грязь этот, пока не высушим, нельзя ее выпускать. Ну все, побелила Алина деревья мне. Камуська. Поздоровайся с подписчиками. Так, вон маленькие деревца. Уже они дали листики. Вот прям с день ото дня все больше и больше. Так, это у нас этот смородина. Это? Да. Так. Вот, видите, листики дают. Какие-то больше, какие-то меньше дали. Да ему сам уже лет. Сколько им лет? Им лет нету еще. Вот это да, большие. Все, вот видите рядочки. Мам, а почему вы красите вот это? Все побелено. Так, вот этот вообще дал цветочки. О, а нет. Но мне этот сказал, обрывай. Они не должны сейчас цвести. Вишни, видите, как зацвели хорошо. Черешни уже отцветают. Вот эти вот вишни, видите. Было бы вот так бы вишень. Сколько этот... А, цветочков. Так, ну что, давай подписчикам пока. У нас еще кота надо скупать, да? И ждем папу. Сегодня папа приезжает, да? Угу. А чаю что-то будет? К чаю? К чаю, конечно, и к чаю папа привезет, и все привезет. Там чак-чак еще такой большой. Вот такой размер. Как планета наша. Ну. Так. А почему вы вот эти красите? Это чтобы муравьи не залазили, чтобы деревья защитить. Поняла? А сюда? Сюда нельзя красить. Все, давай, пока-пока подписчикам. Короче, у тебя расскажи, как ты проводишь время. Чем ты занимаешься, что ты делаешь? Лежу, мультики смотрю, обедаю. Лежу, мультики смотрю, обедаю. Вот такой у нас, да, распорядок. Еще этот мозги всем компасирую понемножку, да? Ну не растягивай вещи, не надо, так некрасиво. Повыносит все свое. Книжки, тетрадки, ветер подует. Все это раздует по всему двору. А что это за звук там? Не знаю. Это где-то там уже слышно. Вот видите, девчонки, какая красота. Что будет дальше, я себе просто представить не могу. Я иду, такая Юлька, по рядочкам, да? По рядочкам иду. Такой тенек. От деревьев фрукты кушаю, да? Столик у меня здесь. Тайсон всегда там шлется. Столик, стульчик. Похудею, гамачок себе куплю, да, Камуся? И будем в гамаке кататься летом. А давай-ка купим велосипед. Ой, флешка. А, Тимур вышел. На солнышке, да, ее посуши вот здесь. А только не отпускай. Thank you.
Балдежница. Но это ненадолго. Вот это мы ее скупали ненадолго. Блядь. Лежит и не встает.